После двухлетнего перерыва в Даугавпилс возвращается польский режиссер Луцина Сосновска. 29 января на сцене городского театра на суд зрителей она представит спектакль, созданный по пьесе польского драматурга Дороты Масловской «У нас все хорошо». Это пьеса про взаимоотношения людей, поколений, отсутствие желания видеть, слышать и понимать друг друга. Каждый герой живет в своем времени и не стремится к общению с кем-либо. Первое знакомство даугавпилчан с Луциной Сосновской состоялось в сентябре 2013 года в рамках театрального фестиваля мастерской «Пространство Даугавпилс». Тогда она не только представила свое видение о Даугавпилсе как городе возможностей, но и призналась ему в любви, пообещав обязательно сюда вернуться. Я влюбилась в Даугавпилс и в этих людей. Мне очень нравится крепость, мне очень нравится то, как люди здесь живут, как они думают, как они воспринимают жизнь, как они верны самим собой. Премьерный показ спектакля «У нас все хорошо» на сцене Даугавпилсского театра состоится 29 января в 18:30 и 1 февраля в 17:00.